Всем привет! Хочу ответить на вопрос по поводу того, можно ли маламута, чтобы он охранял дом, использовать его для охраны. Скажу сразу нет, не пытаться это сделать, это невозможно практически. И если даже попытаться такого маламута воспитать на агрессию на человека, то вы получите неуправляемую собаку, машина-убийца просто получится. Потому что во время Второй мировой войны таким образом пытались попробовать маламута, ну, чтобы он агрессировал на человека. Все попытки были безуспешными, маламут не агрессировал на человека, но были такие случаи, что агрессия все-таки происходила, и тогда такая собака становилась неуправляемая, она шла прям, хватала человека в горло и просто убивала насмерть. Вот, поэтому для дома, для охраны данную собаку использовать нельзя. У этой собаки совершенно другое предназначение. Это собака-компаньон, это друг семьи, это друг человека. Ну и также мы не должны забывать, что маламут – это стайная собака. И с раннего возраста собака должна воспитываться с родителями, с мамой, с папой, с братьями и сестрами. А также я пришла к очень большому выводу о том, что собака-маламут должна быть с раннего возраста социализирована, то есть она должна проходить обязательно социализацию, она должна общаться с детьми, она должна общаться с другими собаками, она должна играть, она должна развиваться в полном объеме, чтобы у собаки была нормальная, адекватная психика.